Всем привет, я Влад, а это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре PCP пистолет Krüger Gun Corsair в калибре 4,5 мм и длиной ствола 240 мм. И прежде чем я начну, друзья, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, ну и пишите свои комментарии. Три этих несложных действия помогут нашим роликам в продвижении, и, соответственно, тогда мы сможем делать как можно больше новых и крутых обзоров на новинки из мира пневматики. Ну и не только новинки, конечно же, мы на вас надеемся. Давайте в первую очередь расскажу вам, что же идет в комплекте с данным пистолетом. Модератор, он же глушитель, комплектный вот такой вот приклад с регулируемым подщечником. Здорово. Ну и, конечно же, резиновый и рельефный тыльник. Помимо этого, есть магазин барабанного типа, рассчитанный на 7 зарядов, комплект уплотнителей и заправочный штуцер. Что ж, давайте же теперь посмотрим на этот пистолет поближе. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Это модель российского производства от компании Krüger Gun, которая относится к типу PCP пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера на передней части изделия установлен манометр. Стреляет же пистолет воланчиковыми пулями калибром 4,5 мм. Для произведения выстрела пистолет, конечно же, нужно взвести. Для этого воспользуемся затвором, он находится на левой стороне корпуса. Итак, оп. Как успели заметить, ничего сложного. Все верно, после этого пистолет уже может стрелять. Делать так нужно будет постоянно, по той причине, что стреляет пистолет исключительно в одиночном режиме. Предохранитель находится рядом со спусковым крючком и защитит вас от случайного выстрела. Для прицельной стрельбы у пистолета предусмотрены стандартные прицельные приспособления, а именно мушка и целик, которые оборудованы фиброоптическими нитями. Но на этом еще не все. Также для еще более прицельной стрельбы есть планка «Ласточкин хвост» 11 мм, куда вы сможете установить дополнительное оптическое оборудование, ну вот как, например, сделал это я. Ну да, все верно, оптика в комплекте не идет, ее нужно докупать отдельно, но это не проблема, у нас в магазине огромный выбор оптики, поэтому заходите. В PCP пневматике есть две схемы подачи воздуха от резервуара к стволу, редукторная и прямоточная, данная модель редукторная. Длина изделия 420 мм, из которых 240 мм это длина ствола. Калибр 4,5 мм, объем ресивера 105 кубических сантиметров, вес пистолета без обвесов килограмм и 240 грамм и почти килограмм и 600 грамм в полном обмундировании. После возвращения пистолета к заводским настройкам заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 200 метров в секунду. Но на территории России, конечно же, данные пистолеты ослабленные с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, для покупки этого самого пистолета не нужны никакие специальные документы. Просто приходите и покупайте. Но, конечно же, да, вам обязательно должно быть 18 лет. И раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на этот замечательный пистолет подходит к концу, друзья, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, ну и пишите в комментариях, как же он вам, а может быть, у вас даже возникли вопросы. Задавайте, я с большим удовольствием на них, конечно же, отвечу. Я же вынужден с вами попрощаться, всем спасибо, пока и до новых обзоров!